Вы напугаете наших королевских воронов, которых я имею честь опекать. Да! Королевских воронов! Это я так не слышал. Вот именно, молодой человек, королевских. Этот титул был пожалован им после того, как они спасли нашего короля от нападения лесных разбойников. О! А как это случилось? Его величество ехал через соседний лес. Как вдруг... На него напали разбойники. Стража в панике убежала. Но тут появились вороны. Стали клевать разбойников и обратили их в бегство. С тех пор птицы живут в Монце и пользуются самыми высокими привилегиями. А я их опекаю. Они, наверное, очень умные, да? И еще какие! Вот, смотрите. Сокровищница. Есть такой кристалл? Есть! Мой отец, он очень хороший.
рассказывать первому встречному, что хранится в нашей сокровищнице. Это государственная тайна. Ваше величество! Но теперь, когда мы все знаем, может быть, вы отдадите нам кристалл? Он нам очень нужен. Отдадите. Да будет вам известно, молодой человек. Мы, короли, ничего просто так не даем. О, вот если бы вы мне дали что-то взамен. Так а что мы можем вам дать? Чего у вас нет? Нету. Нету. Настроения у меня нету. Ах, да еще как назло шут уволился. Вот скажите, как можно руководить королевством без настроения? Трудно. Очень трудно. О, только и оно. Трудно. Понимаю. Уважаемый Фукс, помогите мне, пожалуйста. Вы же волшебник. Я попробую. Тише. Ваше величество, пожалуйста, закройте глаза и сосчитайте до пяти. И еще чего? Я могу считать. Давай! Внимательно! Смотрите внимательно!